В кузовном ремонте существует много сложных задач, в том числе и шлифовка труднодоступных мест. Это обработка проемов в различных выпуклых, вогнутых, узких поверхностей. Сегодня мы покажем инструмент, который с легкостью справится с этими задачами. Для этого мы приехали к нашим коллегам в компанию «Производственное предприятие «Абразивные материалы». Ее представляет инженер-технолог Владимир Данилов. Привет, Вова. Что ты нам расскажешь и покажешь? Привет. Сегодня вы увидите оснастку, которая разработана и производится у нас здесь, в России, и выпускается на рынок под брендом Abraforce. Удалять ржавчину надо тщательно, как стоматолог удаляет кариес. И для этого существует подходящая оснастка. Абразивы на креплении Quick Lock. Крепление позволяет быстро и легко менять оснастку, но самое главное в нем – это небольшой диаметр, 50 и 75 мм. Они позволяют производить работу там, где привычные нам диски не справятся. Во всяком случае, не так, как хотелось бы. У нас здесь два вида этого инструмента. Первый диск представляет собой абразив на тканевой основе с керамическим зерном. Такое сочетание делает его агрессивным, а значит эффективным. Степень воздействия на поверхность можно регулировать, подбирая нужную зернистость. Она представлена в диапазоне от P36 до P120. Такой диск быстро удалит коррозию без остатка и также хорошо себя покажет при обработке сварных точек. А этот красивый диск романтично прозвали кораллом за его внешнее сходство с морским минералом. Его крупнопористая структура дает возможность работать деликатнее, оставляя при этом поверхность высокого качества. Шлифуя таким диском в сложных местах, вы можете быть уверены, что сохраните геометрию поверхности, о чем не стоит забывать. Ведь когда стараешься зачистить металл чем попало, параллельно может пострадать сам элемент кузова. Продолжая тему деликатных абразивов, нельзя пройти мимо лепестковых кругов на оправке. Их эластичность обеспечивается лепестковой структурой. Таким инструментом лучше всего обрабатывать длинные профильные поверхности. Диск равномерно огибает форму детали, удаляя старую краску с самых сложных участков. Кстати, для таких операций лучше всего подойдет лепестковый круг с зернистостью P100-P120. Еще одна непростая задачка – снять покрытие с вогнутых участков. В нашем случае это будет крепление ручки. Диск из нетканого волокна с креплением Quick Lock – то, что нам нужно. Его небольшой размер и эластичность дают возможность легко подлезть в подобные части кузова. При этом диск как бы повторяет форму кузова, так что съем материала будет эффективен, но безопасен для металла. Мы взяли диск жесткостью уровня Medium, что оптимально в соотношении скорости работы к его качеству. Следующий шлифовальный инструмент не нуждается в подробном представлении, так как уже завоевал популярность. Это шлифовальные втулки или гильзы. Выпускаются они в диаметрах от 10 мм до 30. Выглядят вполне даже несерьезно, но на самом деле являются серьезным абразивом с высоким уровнем съема. Форма же позволяет их использовать в самых потаенных участках кузова. Такой инструмент должен быть у каждого в мастерской. Вот такие интересные инструменты делают наши коллеги. Надеюсь, что подписчики нашего канала что-то возьмут себе на вооружение. Володя, тебе большое спасибо. Если хотите узнать больше о современных абразивных материалах, приходите к нам на канал Абрамат. Ссылка будет в описании. Там вы найдете много интересного. Ну, а на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте, отмечайте колокольчик. С вами были Владимир Данилов и Ярослав Платонов. До новых встреч. Пока.